Да, в Екатеринбурге сегодня чествовали свердловчан, которые отличились трудолюбием и особыми достижениями. В Уральском полпредстве вручали государственные награды России. Знаков и медалей были удостоены граждане, которые в буквальном смысле сделали жизнь в регионе лучше. За большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу награждается орденом почета Белоглаза Владимир Алексеев. Директор по общим вопросам УГМК холдинга на своем посту трудится уже 17 лет. В металлургическом гиганте отвечает не за промышленные, а за социальные успехи. Курирует культуру, спорт, благотворительность, военно-патриотическое воспитание. Только за последние несколько лет, благодаря поддержке промышленников, в городах присутствия УГМК появилось уже 6 ледовых арен, 7 офтальмологических центров, ремонтируются детские сады, школы и многое другое. Расширяется количество людей, вовлеченных вот в наши, значит, сферы, да, когда мы предлагаем не только человеку трудиться на заводе, но еще предлагаем ему вот проявить себя в какой-то другой сфере, там, неважно, в спорте, там, начиная с детей, заканчивая взрослыми.